Привет. Channel switched. Channel switched. User joined your channel. User in your channel timed out. Channel switched. Channel switched.
за какой хер я доход получил? Где этот квадроцикл? Я вижу, самый вижу, первый. Вижу. Здорово. Здорово. Всем привет. 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 А где он есть? О, он прямо, прямо за КамАЗом. А, я понял. А тут где-то там GPS, там что-то такое работает, нет? Кто? GPS. Да. Ну, да. Как обычно. То есть машину могу выставить, да? А, нет, такого нет. А, я понял. Ну, ладно, ребят, давайте вот там есть что-то. По краю дороги езжай, где у тебя флажок, и там грузовики, да? Да, я понял, разберемся. Вот туда заедешь. Подожди, где еще раз? Куда тебе ехать надо? Да-да-да. В ТД-3, вот там, чуть ниже, увидишь салон грузовиков, грузовики. А, все, вижу, вижу, ага. Вот, там. Да, все, купишь спасибо, себя. Давай, я погнал. Давай. Так, подождем, во. Давай. Сейчас будете брать? Да не. Ну так. Так вот, КамАЗу не мешает, не? Не. Кармуль. Тук у тебя какой. Короче, поехал я на кабана. На поезд? Нет, я ездил, говорю, на кабана. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel.
User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Connection lost. Connected. Что-то сервер. Что за фигня? Channel switched.
User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Его? КВ, КВ. КВ! Приветствую. Здравствуйте. Вы в зеленой зоне находитесь с оружием. Я рекомендую вам оружие убирать. Да, я сейчас уезжаю.
Дай-ка. Что ты тут выбираешь? Я же тебе написал Audi красные на стоянке. Да? Я не видела. На КВ... На КВ зайди. Так я же вам написала чисто. Нет. А где? Я на КВ. Вот 36,6. 36,6. А там в этом, в банде? Да, открой машину. А, все, а, сейчас. Открыто. Надо мне деньги выложить надо. Ага. Сейчас я что-то поменяю. Че, как дела? Да ничего, вот. Так, все. Андрюха где-то ездит. В банкомате там возник вот справа. Вот тут, да. Деньги положу. Так, чё, за водой? Ну, давай на базу, я там поесть куплю, попить возьму, вернее. Угу. У меня же ничего нет. Да, сейчас. Ну, можно туда на берег съездить, может, мой труп там остался. Вероятно, не, если бури не было, то должен быть. Ну, надо будет заехать грабить будем? Давай. Иди. Давай. Я уж тоже ее недавно ограбил. Я на секундочку. Mm-hmm.
Да, я сяду за руль. Ага. Общались. Кстати, вода такая тяжелая, ужас. Как нефть, наверное, нет? Да вообще тяжеленная, 50 килограмм есть, что ли. Так, подожди, куда я поехала? Тачка. Вот. Не все, конечно, вода только. Ага. Машина осталась, видишь? Машина. Еще одна машина. Здесь что, этот что? Это, слушай, прикинь, я, получается, меня когда добили, я умерла полностью, и у меня все обнулилось. То есть мою грузоподъемность, все. А, ну тут же кто-то же говорил, что навсегда. Ну, если типа убивает, то навсегда. Да, как-то опять. Кстати, тачка, да, сломана? Целая, даже не поранилась. Стекла. Что-то стекла нет, по-моему, нет? Стекла только, да. Давай наберем твою. Да пофиг, давай. Что-то у меня притормаживает, прям не пойму. Что так? Блин, не знаю. Если добили тебя, и все, теперь по новой. Нужно подъемность, там угу. Качаться. Ну да. Конечно, шляпа. Так, еще одну сюда. Сейчас я закину. Я сейчас закину, у меня перегрузка. А-а-а. Все. Сейчас я наберу. У меня теперь не перегрузка. Опять. Только рядом с бочками не стоит. Теперь один перегруз.
Так. Капец, блядь. Просто теперь тупые перегрузы у меня, жесть. Так. Одна бочка. У меня две. Поехали. Поехали. Тебе подчинить машину? Она вообще целая. Да. Только стекла он нанес. Давай я с того. Хожу тоже. Забирай. Тогда сюда надо грузовик. Тогда нужно КамАЗ. Да, надо ехать. Чё тогда этот, как его? Поехали на твоей. КамАЗ я куплю. А это тут оставим? Да, конечно. Кому она нужна? Загоняй её тогда в ангар. Не взорвётся? Так, нам нет, в другую сторону. Так а что мы за КамАЗом? Давай да. Гараж. А, не, я дом? Думал этот, купить КамАЗ. Да нафига, есть же КамАЗ. Или у тебя нет? У меня нет, у меня взорвали. У меня два КамАЗа. Ладно, поехали. Что, говоришь, туфтовый, да, аппарат? Угу. На поворотах так вообще тупо тормозить, заносит постоянно. Угу. Я купил черную Audi, короче, она выскочила черная, и раз сразу же красная стала опять. Какая шляпа какая. Да, как так. Вот так. Куда-то я не туда. Постоянно, блин. Не туда еду. Да, здесь есть проезды, можно поскочить. А да этот, как его? Вот этот пистолет-пулемет надо купить. Стинг? Да, да, да. А, вот тут всё правильно. Ага. Мысли, место занято. Место как занято. Чем? А ну-ка, еще раз. Гаечка. А. Какая у тебя машина?
Нету места занято. Да, я понимаю, но оно здесь сломано. А, да? КамАЗ, хотела два КамАЗа достать. Два КамАЗа достать. Так. А чё, почему тут, если добили, то всё, и грузоподъёмность, всё позбивалось теперь? Всё с нуля? Сейчас, короче, решим этот вопрос. Так, Василий и Гайка, да? Да! А теперь вообще ничего носить не могу, нормально. Ха-ха-ха, ну, непривычно уже, знаешь, такая нормальная была, таскала тяжести такие, знаешь, силачка была, а сейчас... А сейчас этот, как его, до моего уровня? А, о. Так, КамАЗ у вас, да? Да. Ну, этот, открытый. Как раз там два было, я хотела бы стать, он с тобой. Там надо покушать. Туда же поедем, да, там наберем. Конечно. Остатки заберем. Точно. У тебя вода есть? Да, да, тебе. Нет, у меня есть. А, у меня есть, я на базе взяла. Водичка. Так. Давай, документы тебе, деньги дам, возьмешь два КамАЗа. Сейчас по-другому никак. А, что-то не так там, да, сгоржу? Угу. User left your channel. А чё, избивается, да, всё, если добивают грузоподъёмность, навыки? А, тебя добили, и у тебя этот новый персонаж был? Да. Угу. Да, если у тебя именно ролевой смерти персонаж умер, то сбивается все. Понятно. А обнуление навыков идет, и, насколько я помню, еще и деньги у тебя, которые были на счету, выпадают. Ну, да. Мы сегодня правила зальем, эту ситуацию мы это, опишем, что делать нельзя. Жалко, конечно, да. Так, ты сколько потеряла? Я не знаю, сколько денег я потеряла. Я знаю, что грузоподъемность теперь я вообще была 175, сейчас 100. Совсем. Да. Бок... А, сейчас передам тебе. А я не помню, сколько у меня денег было. У меня что-то было 900, если не ошибаюсь. Так, пока вот сейчас вспомнил такой вопрос. А пиво-то что, на что-то влияет, если выпиваешь? Да, да. А пиво и алкоголь снижают усталость. Что-то он не снижал, или мне, да, надо было 10 бутылок выпить, что ли? Мы по 2 бутылки выпили, как бы ничего. Оно как сигарет медленно снижает. А-а-а. Ну, для этого выпивайте бутылку водки одну или две. Да, мы хотели водку делать, коньяк, но там что-то какая-то жесть, там столько всего надо.
Ну да, для алкоголя всего много надо. Я не помню, что там больше, из-за чего я не стала делать это, я не помню уже там какой-то ресурс. А этот такой вопрос здесь, если там водки напиваешься, да, там, ну, алкогольное опьянение, раз ты там падаешь, ну, типа пьяный, и все пропадает, mm-hmm. нет такого? Нет. У тебя, смотри, у тебя ты вот реально оцениваешь, сколько в жизни человек может максимально бутылок водки выпить. Потому что выпьешь излишко, ты вместо кайфа получишь то, что и алкогольной интоксикации ты умрешь. А-а-а, о как. То есть нужна золотая середина. То же самое, как этот. Попробуй сходить и шернуться 4 дозами героина. У тебя будет передоз, и ты откинешься. Ну, понятно. Здесь то же самое. То есть здесь по алкоголю занесены реальные количества на это, для крови человека. Ага. Сигареты, там пиво это употребляешь, там бутылку водки употребила, сигареты, и это снижаться. Самый безопасный способ, я тебе так скажу, косички. Косички можно купить, в принципе, побегай по магазинам найдешь. Либо даже можешь не бег не искать, а зайдешь в телефон, список магазинов и по поиску. И тебе выдаст, в каких магазинах продается косячок. Потому что если ты купишь его в магазине, у тебя в опыте ничего не смогут сделать. Если ты купишь его у барыги, у наркоторговца, то если они чекнут наркоторговца, он сдаст тебя как покупателя. Да, круто. То же самое, что при ограблении заправки. Ты грабишь заправку, полицейский чат, ну, вообще в чат отправляется, что кто-то ограбил заправку. Если никто не чекнет, если полиция не приедет, не допросит потерпевшего, то розыск у тебя не появится. Если допросит, то появится. А, вот как. А, кстати, здесь розыск все видят почему-то. Да, розыск специально, да. Дело в том, что вот как раз по поводу убийства РДМ, если у человека очень много розыска на себе, во-первых, за него можно награду получить. Это самая верхняя строчка, награда за голову написана. А во-вторых, если совсем очень много розыска, то когда его пристрелить, ну знаешь, любят на некоторых островах так делать, там десятки, сотни миллионов розысков убивать. Если такой большой розыск будет, то человек при перестрелке умрет ролевой смертью. То есть его что, надо застрелить и в полицию сдать? Ну и также это, если у тебя есть розыск, если у тебя, вот, допустим, есть розыск, вот как здесь работает неправильное убийство? Если ты был без оружия, без розыска и без группировки, если тебя застрелят кто-либо, и ты его именно откинешься, у тебя выпадут только наличные деньги, которые были в карманах, и все. Все остальное не выпадет, и человек тебя не сможет облутать, у него будет это недоступно. То есть ты сможешь вернуться к своему телу, все это забрать. Но когда тебя убивают неправильно, у нападающего списываются ролевые очки, списываются 150 тысяч со счета, который поступает на твой счет, как потерпевший, и 300 секунд плюс к возрождению. И эти 300 секунд плюс, они не сбрасываются ни буря, ничего не поможет. То есть оно просто копится. То есть, однако, если у человека был розыск, он был в группировке, либо был с оружием человек, то он просто добавляется 60 секунд. Пойдем? Так, сейчас. К возрождению, и все. Стой. Ну, так. То есть, но вот как гайку завалили, это мы внесем. Так нельзя. Можно все-таки отыгрывать РП. Ну да. Плюс у него Барретт там, да, был? Такое оружие. Через бан? Барретт там ходит. Он на острове есть, что ли? Такое оружие. Он ходит не с Барреттом, это СВЧ, самое мощное оружие. Ну да, такое похожее. В ящике оно выпадает. Ну сейчас смотри.
Сейчас чем больше людей, тем меньше будет появляться эта машина. Ну вот, то есть в будущем она раз в заборе будет появляться. И сколько как раз фура стоит? В этом моменте не будут патроны, и всем придется крафтить еще и патроны. То есть чем больше людей просто, тем сильнее будет цениться патроны. Потому что патроны сделать непросто. Очень непросто. Ну там да, тоже много компонентов же надо. Порох там. Да, а чтобы порох сделать, там еще компонентов 6-7, которые тоже надо сделать. Понятно, ну да. С водой тоже слишком что-то как-то жестко. Там вода тяжелая. Мы уже знаем проблемы с водой. Вода будет уменьшена до 200 столов. Блять, ну что, зачем на крик? Человеко-часы будут уменьшены. Да, кстати. Там на фильтра много требуется, мы уменьшим. Мы знаем о этой проблеме. Она добавлена в проблему. Взял один, бля, самый нижний команд. Так, ну, в принципе, вопросов нет у меня. Ну ладно, спасибо. Спасибо. Снизу второй. Пойдем еще купим команду. Ну давай. Ну это как тебе нравится. Аккуратно. Подожди, забери. Я уже сказал, что потом ей посудить. Все, поехали. Помчались, я за тобой. Режем. Классно то, что облегчат эту делать воду, да? У нас уже станки есть. Ну да. Бегу. Не знаю, где-то катается. Понятно. Надо отписаться у него. Он, видимо, с кем-то, наверное. Кстати, я сейчас залетала, было 17 человек. Ну да. Так.
там машина стоит тоже. Можно, в принципе, и здесь сейчас это тормознуть. Ну давай. Что-то машина стоит. А, там две даже. А что они там добыли? А, там строятся. А там не губ? Не знаю. Машина. Да, там КАМ стоит. Опять эта быха белая проехала. Это кто? Ну, тот со снайперкой. Ник Пау. У него есть. А-а-а. Ник Пау. Как так? Как-то так. Просто я начала садиться в машину. И просто со снайперкой бум-бум. Я выпадаю с машины. И я даже напугалась, потому что я же не ожидала. Вообще не ожидала. Ну, я отлежалась, лекнулась, то есть, не сдавалась, он ко мне не подошел, ничего. Думаю, сяду в машину. Только сел, он опять дает мне стрелять. Потом подошел, добил. Да какой ты этот, видимо, больной человек. Ну, да. Почти говорят, еще деньги кончаются, но у меня деньги не кончились. Не исчезли мои деньги. Вернулись. Угу. Сказать, чтобы они это воду бы уменьшили по весу как-то. Сейчас этот опять день встанет тихоря. Надо за ним следить, бля. Я, видишь, я, получается, видео начала включать, когда я уже была валялась. И я забыла включить мгновенный просмотр, то есть, ну, там, ту программу, которая 5 минут назад перематывает. Ага. Всё, не подумала включить. User joined your channel. Там ребята ангар поставили. Автобус проехал, смотри. Ты видел автобус? Да. Пассажирский, наверное, кого-то везет. Ну да, пустой, по-моему, проехал. Надо было, знаешь, где ангар полный ставить. Все здесь обитают. Ангар надо было ставить где-нибудь в лесу, далеко отсюда. А магазин уже с ящиком здесь. Ну, в принципе, перенести можно. Ну, да, вот. Черная машина проехала.
Ты там перегруз-то смотри, особо не делай. Channel switched. Вика. Что-то с интернетом опять случилось. Пипец. Disconnected. Connected. Как я устал от этого интернета. Вообще выйти за... Выйти...
Да что-то вообще беда какая-то с интернетом творится-то. Так, что, продолжаем. User joined your channel. User left your channel. Что-то жесть какая-то. Я уже, наверное, раз 5 свозила свою машину. Ты вообще не мог зайти. У тебя там пусто? Да, только приехали. А, ключей у меня нету. Закрыто. Сейчас я тебе дам ключ. Что-то у меня, блин, мне кажется, с этим интернетом. Ну да, походу. Да это у меня временный этот грёбаный Ростелеком. Главное, не могу зайти, гружусь, не могу прям зайти. Ты собираешь, я вожу, укладываю, приезжаю. Ну, давай. Давай, да. Так попробуем, так побыстрее. Да, полная езжай. User left your channel. User joined your channel.
Что говоришь? Муторно, конечно. Собирать эту грязную воду — это что-то. Да ничего, у меня полная уже. Тяжелая она очень. Ну да, то, что в этом плане, да. Пироги раскупили, надо пироги делать. 41 000 в кассе. Нормально. Пироги съедают, слушай. Главное, с яблоком, с грушей не едят. Это кончится, и это будут есть. Надо добавлять, пойти сейчас посмотреть. Ну да. Съездить можно будет, это, наделать пшеницу, да, фрукты. Конечно. Туда, если сейчас съездим на одном команде, там нормально будет. Ну да. Сейчас набирай и чай ко мне туда. Ага. Я там буду ждать у нас в ангаре, а потом это, поедем туда. Ладно. Маленько воды пособирали. Благо, что здесь недалеко ехать. Конечно. Нет, с грушей все съели. А, ну вот, надо этот. Значит, с грушей набирать. Сейчас наделаю, тут, в принципе, еще это хватает и пшеницы, и это, и груш, яблок. Ну да, надо, надо человека час подзаработать, сейчас вот сижу работаю тут на станке. Давай, я пока соберу, приеду. Андрюх, ты не объявлялся, ничего? Нет. User joined your channel.
41 пирог готов. Круто. Я еду. Да. Съездить за грушами, за яблоками можно сгонять. Ну, можно забирать. Да, сейчас. Так, все, я еще положу тоже. Channel switched. Поехали на двух машинах или одну тут оставим? Не знаю, если много надо, давай наберем. Да там можно в одну набрать, там дофига ее влезет, она легкая. Давай угоним одну в гараж. Поехали. Channel switched. User joined your channel. Да, все. Дружище, есть вода? О, вода, сейчас. Так, тебе куда этот, как? Тебе куда положить-то? Паспорт дай. Найти, как он дается, блин. А, колесиком. Да, я понимаю, что колесиком не попадаешь. О. Так. А, Ванёк, здорово, бля. Здорово. Идём в сторону. Интересно, мы её в гараж сможем убрать, нет? Не знаю, сейчас пробуем. Я сейчас сдохну, блин, просто. Сейчас. Всё. Так что можешь пить. Спасибо, друг. Ага. Здесь на повороте вот продается магазин, короче, можешь купить там. О, да, я знаю, знаете. Ладненько, давай. Я полетел. Ждут. Давай, спасибо. Давай, жду тебя тут. Иду, еду. А, хотя это, мы же поедем на твой. Ну да.
User joined your channel. Все, давайте. Ага, у меня, кстати, 9900 угля там, блин. Вот хорошо. Давайте это. Кто такой Эвас, блин? Ну, давайте поймаем его. А ну, стоять. Ты видела, да, я еще заправку бахнул по дороге. А, да, я не видела. Ты как положено. По фэншую. Это нормально. Они такие стоят, говорят, что типа в гараж нет. Я говорю, да вы, Грун, обратитесь, Грун, к облакам на небо, типа помашите ручкой. И сообщение такое, типа, гараж будет работать после пули. Я говорю, вот видите, как хорошо. Channel switched. У меня опять. Channel switched. Ну, точнее, магазин. Знаешь что, ты лучше этот, как его, за руль садись. Давай. Да, на маленький сегодня что-то жестко. Ну да. А в тюрьму видел, кто-то уехал? Нет. А кого-то так? Отправили на 30 минут в тюрьму. Ну отлично. Интересно, кого? Что-то я не успел. Ты так. Посмотри, сколько разыскивается людей. О-о-о-о! Нормально. Эвас первый, да? Да это, наверное, вот из-за оружия, что, да? Да, можем. Ну да, да. Заправку не забудь. Обязательно. User left your channel. А я что-то и не видел, чтоб эту грабили. Я видел только это. Ну, я эту сейчас вот в городе ограбил. Так, все пособираем пшеницу, грушу, яблок. Угу. Оно все легкое, дофига влезет. Самое главное, чтоб меня там не успел заехать в розыск. Ну, чтоб этот не проверил. А ему, наверное, сейчас не до меня. Он сейчас там этот в тюрьму сажается. Да, походу. Ну, тут такой полицейский требовательный. Столько вопросов в тот раз мне задавал. Капец. Кое-как отмазалась. Видишь? Умуев какой-то сейчас, короче. Слушай, вот надо будет посмотреть. Давай съездим потом на вот эти грибы. Ну, я тебе говорю. Давай проверим. У меня там нож есть. Там есть переработка и скупка. Что это такое, интересно? Давай. Надо будет сгонять, посмотреть. Нож купим потом. Так, я секундочку скачу. User left your channel.
User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Лишь бегаю и курю. Ага. Интересно, для чего здесь бур продается? Он же здесь вроде был, да? Что? Это мы видим бур. Че он бурит? Интересно. А что за бур? Ну тут какой-то бур, типа там, как-то, блин, я не помню, называется. Только так называется. Это машина? Квадратная такая фигня. Нет, какая-то фигня квадратная. Где-то мы видели сегодня. Не знаю. Там продавалась бензопила и вроде как бур. Не, я это не видел. А, у меня сигареты кончились. У меня две сигареты еще есть. Это косячка, наверное. У меня половина это, половина этого. Да, на базе есть косяк. И этой как и. Кстати, там у меня есть еще 700 готовых конопли, ее надо переработать. Угу. Захватывать. Базу-то это? Да. Да надо этот, как его? Эту купить, станок вот этот. Там быстренько... Так, там надо все равно захватывать, чтобы купить. Ну да. Ну я имею в виду, там его поставить прямо на этой, на конопле, и сразу мастерить, короче. Эвос возле Черногорска трется, значит, скоро да, его... Да, он там что-то делает. Его примут скоро. Давно пора. User left your channel. User joined your channel. А я этот остановился, Ванёк, хитрёк, это, воды попросил. А. Воды, говорит, я сейчас сдохну. Ты ему говори, у нас там сейчас вода тоже продаётся. Я ему сказал, говорю, вот ларёчки, я говорю, вперёд. Всё, вперёд с песнями, говорю. Он, да, да, говорит, я знаю, у Гайки там есть. Ну, я говорю, я не забуду тот момент, когда этот... Гуф упал, короче, с чемоданы высыпались из него. И, бля, это так выглядит. Это так выглядело красиво, пипец. User left your channel.
Все, погнали на фрукты. Сейчас скину. User joined your channel. Общались? У нас там что-то 1000 с чем-то пшеницы, сейчас вот еще 3000, нормально. Mm-hmm. А тут сейчас можно туда-сюда бегать, туда-сюда. Mm-hmm. Рядом яблоки. Так, а яблоки тоже собирать надо или с груши да, у тебя там? Да, да, можешь яблоки. И так, подожди, с чем больше набрали, я не помню. С груши. С груши, да, скупи? Да. Давай, груши. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Вообще грушу набрать. Угу. Попробовать сделать воды сейчас. Ну да. Ну, там надо человека час сейчас наработать мне. Там дофига времени надо. Ну у тебя пироги сейчас делать. Пироги, да, там пироги еще нарабатывать. Вот жалко, что еще не сделали. Так вот ты мог бы тоже спокойно делать все. Конечно. Одно дело, я другое, например. Ну да. Скорее бы починили уже. Женек, не хочешь сюда к нам присоединиться? Нет, они с дедом и с Денпатером здесь. Я помню. Зависли конкретно. Даже дед завис. Видел, да. Подсадили. User joined your channel. Я даже деду говорю, даже ты, говорю, не хочешь. Не, говорит, я хочу в Дейс. Полный. Что там, одна пшеница, одна этот идет, груша, да? Да, вроде, я не помню, вроде, да. Все просто. Вот это вот пекарня второго уровня у меня, еще есть кухня. Там идет больше вероятность поломки ресурсов. Но там есть борщ, вот это вот борщ и что-то еще там. Ага. С кабаном там что-то еще, мясо кабана. Ага. Ну да, че это, как его? У него-то по-любому, наверное, больше, да, этот голод утоляет? Я вот не знаю, я так и не делала, потому что не знаю, где брать свеклу. А здесь нету на этом? А если нету, а если кабана делать, то там надо грибы кабан вроде бы, если не ошибаюсь. Ну, грибы с кабаном найти-то не проблема. И плюс пироги там также можно делать. Ага. Вот. То есть это, получается, один станок будет? Да, один также. Вот. Просто я думаю, может быть, поменять его. Ну да. Кармию на ту кухню. Ну, если там можно делать этот пироги, то давай, да, что, конечно, поменять. Можно, да. А свеклу посмотрим, что найдем где-нибудь. Поле, может, какое-нибудь должно быть. Свекольное. Да, не знаю, я уже смотрела. Боги не говорят где. Что-то как-то непонятно. Что, погнали, наверное? Я не знаю, сколько там. Да, нормально. Просто более скоро. Давай выложим.
Я все. Все выложу. Так, короче, яблок 55, груш 1935, пшеницы 3126. Вообще нормально. Ну да. И все это заняло 810 килограмм. Даже грузовик не полный. Да, на легком. В принципе, можно, знаешь, что на газельках гонять. За пшеницей там один поехал, один за грушами. Ну, вот так. Да, можно. Мне нравится собирать легко так вот эти ресурсы. Это удобно, да. Я этот хоть бинокль купил, блин. Пригодится. Я всегда его покупаю. Ну да, пригодится, вещь-то нужна. Заправку. О, главное не взорваться. Беги. А ты что, сбегай, возьми себе деньги. О. Я-то ту ограбил. На кармане пусть деньги лежат. У меня просто, видишь, у меня это притормаживает, из-за этого мне бежать брать деньги. Ага, я понял. Тот стреляет. Угу. Это мое. Заправочку. Да, ух! А, ты живой? Я, да. Сейчас надо подожди машину починим, потом награбишь. Когда едет. Гастролеры такие ездят. Я помню, первый раз ехала, думаю, да, я ну, попробую, что будет. Думаю, ну ментов нет, пятна. А ну раз, пятнашка. И так быстро. Ждать не надо. Да, конечно, удобно. Так много магазин заеду, гляну, все там пирожки продаются, нет. Да, нормально. Все идет. Да.
Короче, ты все забирай, я сейчас это починю машину. Так, а чё, это на один раз ремка, да? Вроде да. А, у меня нету её. У меня, кстати, тоже нет. Ну, у нас газель есть, если чё. А, кстати, косячок там подкинь. Да, у нас теперь кухня работает. Так, косячок, да? Угу. Ну, если ты кухню поставила? Да. А там этот, если посмотреть на вот этот борщ, ага. Этот там не покажет свеклу, из чего делать? Нет. Просто свекла, грядина, сейчас скажу. Кстати, здесь 5 пшениц, 3 груши надо. О. На что? На пирог. А, ну здесь он больше получается. А я не помню там сколько было. На борщ свекла, говядина нужна. Тушеный кабан, мясо кабана, 2 белых льва. Mm. Полиция что-нибудь где-то? Я слышу, да, что-то. У нас пока нету вроде. Так, пирог груша. Килограмм. Пирожок с яблоком 0,25 грамм. А что у меня груша здесь делает еще? Да. Сейчас тебе отдам. Нож хочу посмотреть на жетон. А, ты мне паспорт. Шаш-шаш. Где нож? Не могу найти нож. Нож. Ты ничего не заметила? Что? С графонием что-то случилось, нет? Нет. А чё такое? Бля, вообще чё-то чётко так стало вообще, чётко, да? Прям. Так, ты паспорт. Эти груши. Всё, ещё ножи можем делать. Ага. Нормально. Удобно, да, кстати? Так, раз свернул ресурс, да. Забрал, установил. Так, что тебе надо, ты говоришь? О, уже стреляю. Нет, паспорт ты мне показала, я тебе сейчас груша отдам. Да. Еще 620 стали осталось. Нормально. Можно ножи наделать, кстати. Так, это кто-то к нам едет. Может, мимо? Я пойду ножи посмотрю. А. Ух, прям ярко-ярко так, нет? Слышь? Эй. Тебе надо на улицу будет сейчас выйти и посмотреть. Сейчас, да. Просто ярко-ярко, да? Стало. И вообще ничего, ну, не видно. Так, а ты косяк скурил. А, точно. Высота от косяка. Да. Так, спасибо. Где стреляет? Ага. Я. Весело, да? Так, а я не вижу вдаль, то есть солнце. Да, просто красиво. Надо будет сделать цветные эти, о, таблетки или что там. Посмотреть, как они там, цветные таблетки, героин. Вот, кстати, из-за косяка, да, точно. А я что думаю, что за фигня? Вот в таком этом ездить вообще красота. Прям все светло, все видно. Я не знаю, ножи делать, не делать. Сделай один себе нож. Где стреляет? Ну, сделай. Несколько штучек.
Надо будет деньги в банкомат кинуть. А то что-то я 38 косарей с собой вожу. Еще стол пива. Вот он за тобой. Ну, да, сколько столов просто. Угу. Yes. Да. Пусть все в дело, все в дело. Конечно, бизнес. Это тут пиво будет. Ага. Потом это все можно будет свернуть. Конечно. Просто там бутылок столько у нас еще, ячмень, вот эта всякая хрень. Так, воду. Надо потратить будет. А, ты пирожки сделала? Да. Mm-hmm. А воду? Воду нет. Там надо работать. Сейчас буду. Сейчас ножи сделаю. Вода пока есть в магазине. Да, понятно. Вот надо 100 человека часов. Вот у меня сейчас 99 уже наработано. Чтобы сделать 4 ножа всего. Представь. О! Нифига себе! Не дает он мне сделать, говорит, надо минимум 4, но на 4 мне не хватает человека часов. 400, да, надо? Получается так, это жопно, конечно, долго. А как их еще зарабатывать, эти часы? Ну вот, человека час здесь вот работать надо и все. Надо, чтобы скорее добавили уже нормальную организацию. Угу. Что-то ты мне на... А, все, вода. Намаришь, ходишь туда-сюда, намаришь. А, ну это стрелять, это могут на этом, правильно же, охотничьих угодьях. Вот оно недалеко. Туда я выложу ящик, что на магазин на продажу. Кстати, стой. Держи. Зачем? У меня есть. Ну, я все понимаю, но, блин, ты же работаешь. Ну и чё, пока этот собирать сразу. Ну всё, нормально. Я себе половину оставила тебе. Надо после каждого станка, короче, поработать, понял? Ага. Чтоб человека час заработать. Этот, а чё, я всё равно стою... Знаешь что, дайте денег кину там, положи на стол в кассу, я хоть этот, постою часы эти понабиваю. Они тебе сейчас ничего не дадут. Ну они этот же все равно сохранятся. Они у тебя сохранятся только. Ну пусть будет на всякий тебе. Случай. Чтоб потом меньше... А ты можешь и бесплатно их...
Нет. Нет, никуда не... Нет, пробуй. Тебе идет по нулям, но оно идет. А-а-а. Да. То есть это все равно, да, заработал? Mm-hmm. Просто когда этот с деньгами было, короче, там этот... 1, 2, 3, знаешь, так. Uh-huh. А их нигде не проверить? Uh-huh. Ну, эти часы, где там копятся? Нет, ты не проверишь, потому что ты не можешь увидеть стол. Добавить тогда, да, так пока вот облом. А что за ролевые очки-то? Их в навыки, да, этот можно перекидывать? Я не знаю, как их никак вроде нет. Так, у нас осталось 59 стали. Я ножики разобрала, чтобы нам, наверное, их это... Там дохера надо времени на ножи, и сталь не хочется тратить. Да и не надо тогда, оставь. Будет, да, да. Вот сейчас мне надо поработать над человека часами на фильтрах, сделать фильтр. Потом пойти на другой станок, там человека час заработать, чтобы сделать, почистить вот. И это? А, все, ролевые очки, я понял. Я применил. Как? Какие? Как? Слышь? Как? Сейчас. Короче, где смотри, как? Заходишь в этот, ну, планшет, mm-hmm. первое mm-hmm. вот это, меню персонажа, mm-hmm. Вот, и у тебя, видишь, снизу написано ролевые очки, mm-hmm. вот, заходишь в навыки, mm-hmm. и вот, видно из правого, да, нижнего. Ну, ты, короче, их вот здесь, где плюсик, ролевые очки, ой, навыки, всё, я поняла. И тут, я куда поняла. Тебе надо этот. И... Я в этот, в вес кинула. Чтобы это в силу, больше. Да? Да, да, да. Мне срочно попить надо. Ты будешь после боли? Ой, не знаю. Сейчас купри. Вряд ли, наверное. Понятно. Я тоже, наверное, не знаю. Сейчас, может, если зайду, то тут чисто вот. А. Может, поделать. Короче, есть, помнишь, в банке там надо было это. Ага. Не меньше 30 очков, помнишь, надо было этого? Ага. Я, короче, сделал на взлом. 49 у меня. Короче, поедем банк брать. Завтра. Да. User left your channel. User left your channel. Посмотрим, что возьмем там. Просто интересно. Да, все. Ладно, что, давай, завтра увидимся. User left your channel. Надо ремок набрать завтра. Давай, все, до завтра, да? Ага, пока. User left your channel. User left your channel.
User left your channel. Вот как-то так. Channel switched. User joined your channel. Ладно, всем пока.